Всех приветствую. Значит, хотел показать, чем я тут сегодня занимаюсь, что сделал. По мотороллеру, во-первых, наконец-таки сделал такую мелочь, но очень приятную. Это заменил вот эту ручку. У меня она была обломана. Сейчас покажу. Вот эта целенькая. Она была покрашена в черный цвет. Я попробовал ее обработать смывкой краски. Есть у меня вот такая смывка. Штука хорошая, но вот эту краску она не взяла. Не знаю почему. Поэтому я ее пошкурил. Просто наждачкой немного, еще не до конца. Вот здесь видно, что черная краска. Вот. И пока что снял этот фиксатор заднего тормоза. Теперь совсем другое дело. Гораздо приятней. Еще на даче я там перебирал. Такой детский у меня есть мотоцикл, типа питбайк, он без двигателя. С 10-дюймовыми колесами. До этого не обращал внимания. А сейчас посмотрел, у него вот эти все рычаги, ручки, они стоят тоже хондовские. Вот оттуда я снял вот этот рычаг тормоза. Фиксатор вот этот сейчас покажу. И сами резинки еще. Резинки у меня видно, что здесь такие они потресканные. Вот здесь трещины. Поменяю, хотя другие купить, но раз там есть такие же, то есть там были такие же. Поэтому решил поменять. Вот они резиночки. Такие они вполне живые. Ничего нигде не треснутые. Одна, вторая. Так что поставлю их. А вот мой рычаг, который сломанный был. Видимо, упали. И эта часть сломалась. Очень неудобно. И фиксаторы вот эти. Типа от ручника. Опа. Пружинка упала, что ли? Так, ладно, пружинка найдется. Тем более у меня есть вторая. Главное вторую не потерять. В общем, вот это мой, у него гнутая. Вот эта вот вставочка, которая защелкивается на ручку. А это тот, который я снял. Я думаю, что его поставлю, почищу. Чуть краской серебряной пульной, нормально будет. Но это уже потом. Так, по мотовелу. Что здесь? Пока ничего такого особо с ним не делал. Нашел багажничек вот такой на даче тоже. Когда-то что-то я с ним хотел сделать. Вот он. У меня покрашен. То есть такой оригинальный советский багажничек. С прищепкой с этой. С крепежом. Вот думаю, на него тоже поставлю этот багажничек. Здесь пока больше ничего я с ним не делал. Так, еще и начал я паять пластик от мотороллера, вот этот подклювник так называемый. Я показывал там в каком-то из видео, что он был сломан, низ у него. В общем, я решил его все-таки реанимировать. Потому что стоит он 1200. Вот здесь, что такое самое главное было. Из побоев на нем, у него была сломана вот эта вот часть. Вот здесь не было слева треугольника. Вот здесь вот этого. А вот здесь тоже был кусок выбит. Я, значит, что сделал? Так, так, так. Вот у меня осталась одна часть вот этого пластика. Как там сабли или как их называют. В общем, она по цвету такая же. И я пустил ее просто на пластик и здесь запаял
Здесь вырезал квадрат и впаял другой. И вот здесь вот этот вот кусочек тоже он впаян. Здесь просто пропаял, а внутри с сеточкой, такой как армирующий, эти все места пропаял. Нормально. В любом случае его красить, это все зачистится. Здесь тоже видно потертый он. Еще можно его в порядок привести. А сеточку вот такую я впаивал. Типа такой. Латунная сеточка. Ну вот это, конечно, мелковато. Такая вот. А вот это нормально. Она чуть покрупней. Вот. Так, что еще это? А, как-то заморочился. Была плохая погода. Делать было нечего. Сидел в гараже. Вот здесь на глушителе должна быть такая, ну, как бы оригинальная накладочка. Чтобы, видимо, ногу не прижигать. У меня ее не было. Вот эти здесь места подкрепления от нее. Она либо пластиковая, либо металлическая бывает. Хотел купить, но что-то там... Либо на разборке надо где-то искать. В общем, решил сделать. Сделал ее из... Сейчас покажу, из чего. Искал, из чего сделать. В гараже нашел. Вот такой вот порожек алюминиевый. На дверях, на стыках там ставят, на плитке, на линолеуме. И было из него решено сделать. Чуть-чуть загнул, как бы закруглил форму. Он даже по отверстиям совпал. То есть я взял вот эту часть. Вот. По отверстиям она совпала. А здесь немного закруглил просто углы. И все. Но по идее надо было делать не так, а как вот на родных, чуть наискосок вот здесь обрезать. И вот здесь. Но в принципе и так нормально. И красить не пришел, пускай такого серебристого цвета она, как под диски и под вилку переднюю. Нормально, считаю я. За бесплатно. Так, резину я не менял еще спереди. Решил наперед поставить все-таки такую же резину, как у меня сзади стоит. Это петрошина. Только поставлю поуже ее. И к чему здесь такая широкая? Ну, широк, конечно, поинтереснее. Но я хочу поуже поставить. Вот. С этим пока вроде бы все. В общем, делаю пластик. И начал делать. Как начал делать? Все разобрал. Верстак. Вот здесь над столом. Там, не помню, показывал, нет. Есть у меня вот такие вот столешницы. Вот они там стоят. Две столешницы. Это кому-то кухню, видимо, ставили новую. Два обрезка осталось вот таких. Они толстые, хорошие. Хочу их сюда положить. К ним уже тиски можно будет прикрутить. Нормально. Единственное, что они чуть поуже от стены. Где-то вот такой зазор есть. Ну, здесь я поставлю вот так перекладины. И на них уже поставлю, а сзади там чем-нибудь зашью этот край. Чтобы ничего туда не валилось. Вот. Ну а так пока все. Вроде бы ничего такого интересного.